Друзья, всем привет! Собираюсь на днях поехать на рыбалку с ночевочкой, а у нас уже осень на дворе, соответственно, очень сильно начинает рано темнеть. Конечно же, на рыбалке налобные фонарики хорошо, но хочется чего-то более комфортного, поэтому попробую сейчас сколхозить какую-нибудь стоечку именно для рыбалки, то есть чтобы можно было ее воткнуть около стола, там, если вечером покушать, ну и так далее. Буду делать из того, что попадется под руку. Мне это надо сделать быстро. Вот это вот у меня задняя ножка от стула складного, который давно сломался. Трубочка довольно крепкая. Она пойдет как основание. Еще вот попалась мне как-то вот такая вот тонкая трубочка. Это будет основной штативчик, ну и он же стоечка. По высоте, я думаю, получится в самый раз. Как раз можно будет и около стула воткнуть. Допустим, подсветить место, точку рыбалки. Также около стола, допустим, если кушать там что-то. В общем, по высоте, я думаю, в самый раз. На низ ничего лучше не придумал. Есть такой квадратный металлический пруток. Он чуть-чуть большего диаметра, чем вот эта вот трубочка. Соответственно, сейчас на наждаке немного скруглю край, чтобы он залез немного в трубочку. И другой заострю, чтобы можно было хорошо втыкать в любой грунт. Ну а дальше все по обстоятельствам. Что попадется под руку, с того и буду делать. В качестве освещения буду использовать вот такой вот старый фонарик налобный из фикс-прайса, у которого давно-давно отломались вот эти вот боковые ушки. Валяется без дела, но зато отлично светит. И как бы его хватает дня на два, если даже его включить, он может пару суток гореть. Там три больших батарейки пальчиковых. То есть хватает очень надолго. С помощью строительного фена нагрел вот кусок вот такой вот красной трубы. Это для теплых полов. К сожалению, как у Александра Милькина, у меня нету таких марок. Вот одна осталась, кусочек. Она растягивается как резину. Одел ее на край трубки. Вот этот вот краешек обрезал. Видите, как он стянулся. Дальше с помощью метчика нарезал резьбу, прогнал насквозь. Вот такое вот крепление у меня получилось. Все достаточно надежно. Как вы видите, так ходит. Чуть-чуть подтягиваем. И все уже стоит жестко. Стойка практически готова. Теперь переходим к изготовлению низа. К сожалению, вот сюда вот не нашел подходящего брусочка либо болта круглой формы. Здесь вот квадратный брусочек. Чуть-чуть снять края на наждаке. Он сюда неплохо залезет. Ну и заодно, когда буду вбивать эту стоечку в грунт, она не будет прокручиваться. Ну вот таким вот образом сделал небольшой заход. Чуть-чуть снял уголки. Теперь можно вот так вот при помощи молоточка аккуратненько туда вбить. Засверлю пару отверстий и расклепаю. И останется только заострить. Отверстие готово, теперь при помощи тонкого гвоздика нужно его расклепать. Ну и вот такая вот заклепочка получилась. Сразу же ее немного почистил наждачной шкуркой, чтобы не было заусенцев, чтобы не пораниться. Делаю дальше. Вот так вот болгарочкой заострил носик, теперь осталось его обработать на наждаке. Ну и вот штырь для втыкания в землю готов. Осталось только сделать крепежку под сам фонарик, вот под этот. Внутренний диаметр красной трубы практически подходит вот к этой верхней стоечке, поэтому буду гнуть феном, нагрею и загну как мне надо. Вот таким вот образом нагрел и загнул трубочку, сделаю небольшой крючок, мало ли, может быть, еще какой фонарик или еще что-то сюда светильник цеплять. И практически моя стоечка светильник готова. На днях поеду испытывать ее на рыбалку. Фонарик, как видите, может изгибаться, поэтому вот по такому принципу я сделал немного ее в наклон. Если надо на стол посветить, поставили вертикально. Если где-то сидите на рыбалке в ночное время, чуть-чуть его вот так вот направили вперед, и у вас сразу же будет видно удочки, ну или там спиннинги, на что вы рыбачите, в общем. Чтобы вот эта трубка одевалась плотнее, подмотал чуть-чуть изоленты, теперь она садится жестко. Ну и насчет крепления также заморачиваться не буду. Прицеплю его на обычные резинки, вот такие вот. Как я уже и говорил в начале видео, собирал все на коленке из того, что самое первое попалось под руку. Конечно, это все можно было сделать и поаккуратнее, и покрасивее, но еду на рыбалку, то есть мне надо было по-быстрому что-то придумать. Вот я и придумал. Ну и в общем, вот такая вот стоечка у меня получилась. Длиной она вышла 2 с лишним метра, я точно не мерил. То есть, я думаю, вполне неплохая вещица.
Большой плюс, что высота регулируется. Дальше еще большой плюс, что фонарик можно в любую сторону направить. То есть, если вы сидите рыбачите, можно направить на удилище. Если вы где-то за столом, можно поставить около столика, направить вниз, чтобы на стол светило. Так что вещь, я думаю, полезная. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.